жители вот этого домика продают вот там кофе со льдом, там еще что-то. И если вы взяли у них кофе со льдом, вы можете вот использовать их участок, чтобы на нем сидеть и наблюдать. Мы со Светой так и сделали, заплатили $7. Вот. И тут сидим. У меня, смотри, персональный стул. Я сейчас его, у тебя персональный протру. Стул. Протру, да. Его чуть-чуть. Надо протереть. Ну вот мы прямо, можно сказать, на переднем краю этого всего. Вот даже в воду можно смотреть со всеми этими водорослями. Тут мелко, знаете, я сказал бы, что можно легко перейти вброд. Я думаю, что тут не так мелко. Это кажется, что водоросли так близко. Может быть, это только кажется. Уточки. И даже, я не знаю, видно вам или нет, стрекозка. Рядом с нами расположилось семейство и наши соседи из Кремниевой долины. И я использую такую палочку, монопод называется, чтобы меньше трясло. Когда сидишь, можно чем хочешь пользоваться, когда на ходу, тогда сложнее. Много фана на воде, друзья. Тут у нас прибыла девушка. Так, тут у нас прям это студентки и студенты. Look at this guy, he's funny. Look at him. Do you have your camera? Oh, I got dad this present. Так, вот тут нам, друзья, никто не помешает заснять эту тургеневскую парочку. Так, а это что ж такое? Это кит. It's cool, like a mermaid. She's a mermaid. This is the only time they're coming. No, it hasn't even started. She had this so huge head. Oh my gosh, is that really? Is that on top of her head? No, no, no. Well, you know, there is some back support for this. But it looks like a head, right? It does. It looks like she's coming out of the clam shell. It's the clam shell. Разворачивается, ну-ка. О, там живая девочка стоит. Там живая девочка настоящая. А, ты ласточка. Только мы, друзья, с камерой можем ее так близко увидеть. А вот тут у нас дедушка какой-то. На лодочке приехал. Так. Птичка. Так, девушка прямо к нам идет, чтобы какое-то проявить нам персональное внимание. Может быть, не столько нам со Светой, сколько вот деткам, которые рядом с нами сидят. Да, я, говорит, маленькая русалочка, little mermaid. Да, дурдом на воде продолжается. Интересно, как эта штука движется. Какой-то моторчик должен быть, но вот не слышно, чтобы был моторчик.
Мы тут перебросились с девушкой. Говорит, это у нее там младший брат сидит внутри и крутит педальки. Так что она не просто так движется. Нет, друзья, чудес. Нет. Все имеет свое объяснение. Зрители прибывают и выходят, как бы, выходят на речку другие участники парада. Смотри, что творится-то. Ой-ой-ой-ой. Вот красавцы. Это они, видимо, только выходят на позицию ударную. Значит, кое-что из этого дела, это коммерческие от мелких бизнесов, от малых бизнесов локальных. Они делают что-то такое. Да, и, видимо, они все как-то вот на такой, на таком ходу, не бензиновом, а таком человеческом. Хотя где-то моторчики даже видны, кое-где видны моторчики, да. Ой-о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 й. Они немножко перекошенные даже. Вот этот явно перекошен. Так, девчонки там синенькие, ну-ка. Я думаю, что нам сейчас проще даже на них посмотреть, чем когда они парадом своим пойдут. Что-то здесь написано, но, видимо, название бизнеса, но я, честно говоря, не могу прочесть, как это оно. Плохо читается. Вот, тут у нас на воде. Люди фотографируют, девчонок рядом со мной снимает, бабушка веселая. При ближайшем рассмотрении, друзья, бабушка оказалась сотрудником фестиваля. Она не просто так снимает. Вот. А эта амазонка никогда так близко еще к нам не подходила. Так, явно у нее паричок какой-то такой. А что, народ это, не смущается, нормально свое удовольствие живет. Так. Так, вопрос, водка это или не водка, вот тут задавался. Нет, друзья, это что-то безобиднее. Да, тут у нас из Макдоналдса товарищ подгребает. И вот там, друзья, вы видите, начинается что-то такое. Там еще 7-8 минут. Тут дрон у нас летает, друзья. Чего он тут летает, не знаю. Может быть, снимает на камеру. Я тут пристал, друзья, чтобы показать вам, может быть, такую перспективу. Там голос заговорил в динамике. Видимо, начинается мероприятие. Вот панорама такая. Ну что, друзья, вот у нас тут студентки на борту такого замечательного плавательного средства Тим Тола. Тут, как объясняет нам соседка, Тим Тола это такой кемп, такой лагерь, где они подростков обучают быть такими спасателями. Вот.
Поэтому они так в купальничках, как положено спасателям. Там эта избушка бревенчатая, очаровательная совершенно. Да. Ну что же, видимо, тут какая-то очередность у них есть. Ага. Наверное, вот там все это начинается. Вот эти ребята должны начать парад. Может быть, даже это сотрудники или волонтеры, я не знаю. Это они должны, видимо, начать.